Вообще не могу сказать, что я скучно живу, но недавно каким-то образом пришло осознание того, что вот-вот уже исполнится 30, и я не знаю, кризис это или нет, но я составил список из 15 пунктов всего, что я хотел бы успеть до этого момента. До нынешнего лета я вообще не умел ездить на мотоцикле, и сегодня мы с Петей приехали в ГИБДД, чтобы попробовать закрыть первый пункт из 15 и открыть категорию А. Погода идеальная, льет дождь, обещают град. Меня позвали сдавать теорию. Я, в принципе, в ней уверен на 99,5%. Уверен, что сдам. Но, вспоминая, как я сдавал теорию в автошколе, я пропотел так, что сегодня решил взять себе дезодорант на всякий случай. I got diamonds, diamonds round my neck like Smitty, and my watch so pissy, I'm in the back like I'm so piffy, you can catch me with them two long clips, we got... Как два пальца. Так, ну все, осталось самое простое, сдать площадку. Мне сказали, что обычно за 2-2,5 минуты сдают все 6 упражнений. Я решил, что сниму наклейку с визора только после того, как сдам экзамен, и по идее вот-вот это уже должно произойти. Говорят, что это очень быстро все проходит. И вот, стоило мне наконец дождаться своей очереди и надеть шлем. Как надо. Ва. Я прям меня трясет конкретно. Из-за холода. Офигеть. Погодка. Ничего не сказали. Ну они сами в машину спрятались, они ничего не сказали. Ливень подутих, мы выставили на место разлетевшиеся конусы, и я наконец-то сел на мотоцикл. Я сейчас иду? Ну а кто, я что ли? Ну вот девушка стоит. Да я ее не знаю. Первый раз вижу. Готов? Поехали. Походу, сегодня это была самая тупая ошибка из тех, которые допускали люди. Во время скоростного маневрирования ты должен объезжать конусы с разных сторон. И я когда в самом начале, это самое начало экзамена, когда я поехал, я почему-то решил, что я буду объезжать другие конусы и просто не заметил правильные. И только когда уже начал это делать, понял, что это вообще не те конусы. Блин!
Я не могу еще раз сделать, да? Я просто не те фишки увидел. Я знаю. Все, не сдал? Блин. И все. Я сдавал экзамен 15 секунд. Все. Окей, попытка номер 2. В этот раз никаких левых конусов. Как сдать экзамен на категорию А? Скоростное маневрирование. Все элементарно. Набираем скорость, переключаемся на вторую передачу. Первый конус обязательно объезжаем слева, иначе экзамен не сдан. Каждый сбитый конус – ошибка. За экзамен допускается 2 раза сбить конус, заглохнуть и поставить ногу на асфальт. Ловим нейтраль. Останавливаемся в пределах 50 сантиметров от стоп-линии, поднимаем левую руку, трогаемся с газом. После пересечения задним колесом стоп-линии инспектор останавливает секундомер. На упражнение дается 35 секунд. Высадка пассажира. Показываем левой рукой поворот направо. Останавливаемся в пределах 30 сантиметров от стоп-линии. Не доехал. Блять. Очень аккуратно останавливаемся в пределах 30 сантиметров от стоп-линии. Включаем нейтраль. Поднимаем левую руку. Змейка. Все очень просто. Держим ровный газ, поджимаем сцепление, пользуемся задним тормозом и не забываем вовремя переводить взгляд. Гараж. Заезжаем за линию начала упражнения. Лучше с запасом. Ее должен пересечь весь мотоцикл. Глушим двигатель, спешиваемся и задним ходом катим в гараж. Ставим на подставку. На упражнение дается 2 минуты. Так что можно сесть на мотоцикл и спокойно досмотреть это видео до конца. Восьмерка. Все то же, что и со змейкой. Ровный газ, поджатое сцепление, задний тормоз, своевременные повороты головой. Габаритный коридор. Въезжаем с газом. Останавливаемся в пределах 50 сантиметров от стоп-линии. Включаем нейтраль. Поднимаем левую руку со сцепления. Все, права в кармане. Дана! Йоу! Я больше не кандидат в водители, Кроха. Ребят, я подумываю о том, чтобы снимать больше видосиков для YouTube. Пете не нравится слово YouTube, ему нравится YouTube. И если вам было интересно это видео, и вы хотели бы посмотреть на другие... Она меня бросила. The worst Russian singer ever. Ну как тебе спалось? Вы подпишитесь на меня. Мне это нехило добавит энтузиазму. Лайки, репост. Лайки не обязательно. Нет. Можете в комментариях написать что-нибудь. И в завершение хочу отправить респектухи, поцелуйчики и сердечки школе мотостадии и всем инструкторам, которые потратили на меня свое время и терпение. Тех навыков, которые я там получил, было вполне достаточно, чтобы уверенно сдать экзамен из первой попытки, не будь я тупеньким. Ну и насмотревшись за 4 дня, как люди сдают экзамены, я слезно умоляю вас. Если вы планируете открывать категорию А, отучитесь в хорошей школе, а после пройдите еще и все дополнительные курсы. Потому что когда вы сядете на мотоцикл и выйдете в город, от ваших знаний, рефлексов и навыков, к сожалению, будет зависеть не только ваша жизнь. Был просто стоп-видео.